Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 20 февраля. По народному месяцу слову День Луки, Могущница. В этот день христиане чтят память преподобного Луки Илатского. Был родом из Кастории, Ирмионе, Греция. Жил в конце IX, середине X веков. В сей праздник принято поминать умерших родственников. По этому поводу говорили: «Живы родители, почитай, умерли, поминай». В этот день пекут пироги с луковой начинкой. Несколько штук оставляют за порогом для усопших родственников. Также в день Луки принято посещать могилы близких, ходить в церковь и молиться за них. Несколько луковых пирогов по традиции отдают нищим. Считается, что это на счастье. В день Луки не играют свадьбы. Второе название праздника – «Могущница» – пошло от травы с крестообразными листиками – лапчатки, обладающей чудесными свойствами. Считалось, что приготовленные 20 февраля из нее для лечения и других надобностей средства приобретают необыкновенную целебную силу и являются более действенными. Знахари и травники посвящают этот день отварам, снадобьям и настоям. Также считалось, что могущница – самый лучший день и для приготовления любых настоев и отваров из целебных кореньев и трав, собранных в течение предыдущего лета. В народе верили в чудодейственную силу растений и кореньев, которые могут не только избавить человека от тяжелых болезней, но и наделить его красотой, силой, богатством и защитить от врагов. Если этот день совпадал с новолунием, то те, кто желал, чтобы в его семье ни у кого не было припадков, замешивали тесто на пироги и, вымешивая его, читали шепотком специальные заговорные слова. Затем готовыми пирогами или хлебом в этот же день угощали всех домочадцев. Еще говорят, родившийся на могущницу может стать грамотным травником и понимать язык растений. В этот день и за погодой наблюдали, а потому примечали. Ветер после полудня сулил урожай яровых. А вот редкое природное явление – зимний гром – в этот день считалось нехорошим знаком. Это означало, что сенокос будет очень плохим. Солнце заходит красно, к холодному лету, к ветрам колючим, холодным и сильным. Синие облака плывут, тепло несут. Если тепло пришло с севера и начало таять с северной стороны, к теплому лету. Радости, мудрости и здравия вам, славяне! Братья месяцы.